разминочное. Хорошее упражнение. Сколько килограмм, как ты думаешь? Около 20? Да, где-то до 20. Так, ну что, ребятки, желание большое потренироваться. Баларский мешок на плечи. И приступим к тренировке. 5 раз в одну. Вот так вот. 5. Потом другую. Пять сразу принял. Смотри, Витюк, смотри, что ты делаешь. Ты боишься амплитудно сделать, ты перекатываешь его. А ты не перекатывай, смотри, раз. Разгон взял, вот здесь именно импульс. Слови, вот, оп, спальню спокойно закинь. А, просто тело стоит, а нет. Видишь, плечи работают. Здесь плечи, когда ты крутишься, напрягается и спина, и присух. Жух, покрутил. Выше подумай, там вниз запусти. Вот прям разгон, раз, разгон, вот. Спину ровнее, вот так. Там мне железяками качаться. Хорош. Давай, приседания сделай. Количество делай то, которое тебе комфортно. Мы же пришли по самом деле по чайку попить. Я говорю, выходите, пацаны, чайку попьем. Лючок вышел в домашних штанах. Носков под штиблетами не было. С бутербродами вышел. Сильно далеко не отходи, потому что я буду мелкий сильно. А то, что надо в кадре касаться. Чуть-чуть. Ты сделай хитро. К сенсею подойди сблизка, а мне сдалека. Мы будем одинаковы. О, нормально. Еще знаешь, как снимай? Еще вот так вот снимай. Типа я вообще здоровый. Да я шучу, Витюк, я шучу, не парь. Друзья, здесь мы делаем 4 упражнения. Сделали 4 подхода. Подробно об этих упражнениях я ссылочку оставлю. В описании прикреплю. Потом мы сделали еще подход приседания с выбросом мешка вперед. И после этого еще сделали 2 подхода отжимания с выбросом мешка за голову вверх. И после окончания мы пришли на резиночку. Крепче стали. Бабка базарная, пришел потренироваться. Ну что за человек, а? Все нормальные люди тренируются. Мы столько тренируемся. Вот так, ребята, и многие из вас также относятся к самосовершенству. Неважно, какое дело. С нами был еще 3-й человек. И вот, ребят, что мы вам покажем. Не будьте вот такими. Вот это крепче лавки. Вот у него канал свой, крепче лавки. Самое важное, я думаю, это даже наоборот хорошо. Если бы было все так просто, легко, все бы были здоровые, красивые, все бы были стриптизерами, вообще супер. Поэтому, когда ты видишь здорового матового чувака, то сразу понятно, что их просто пахал. Пахал, и это круто. Поэтому, то есть, хорошо, что это тяжело, потому что тогда это будет более ценнее для всех. Короче, ребят, развивайтесь во всех направлениях. Еще один спорт. И назад. Еще раз вперед. Теперь посмотри наверх. Потом через одно плечо на ноги, через другое. Тоха! До новых встреч! Ребята, до новых встреч! Увидимся в скором времени. Тренируйтесь, не сочкуйте. Что насчет этого всего думаю? Тяжело. Тяжело, но
Я счастлив в такие моменты. Желаю вам, чтобы вы себя нашли. Да. В своей жизни сложно, там, девочки, добивались всего, чего могли. Будьте крепче стали. Делаем болгарский мешок. Камера. Полняем песком. Периодически трамбуем. Закручиваем. И снова трамбуем. Очень важно затрамбовать, потому что если просто запить песком, много будет пустого пространства, и в итоге собьется в центре, а по бокам будет пустота и будет неприятно делать. В итоге работу с болгарским мешком будет неудобно делать. Поэтому трамбуйте, пусть даже получилась какая-то гусеница с головой. Вот. В итоге потом оно выровняется в движении, будете работать с ним, в итоге будет все четко. Теперь зафиксируем. Для лучшей фиксации лучше сделать несколько хомутов. Порядок. Ну вот, в принципе, готово. Желательно, где хомуты обрезали, здесь будут острые, поэтому здесь плотничком завяжите изолентой. Все, в принципе, все готово. Раз. Два. Три. Есть. И раз. Два.